В Орске в поселке Первомайский появится ФАП. Об этом ранее говорила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова. И вот информацию подтвердили в администрации города. Задача местных властей – подготовить земельный участок, где будет располагаться новый ФАП. И сейчас такие работы ведутся. Одно из предложенных мест – рядом со школой номер 26 на месте бывшей больницы. Строительством ФАПа будет заниматься региональный Минздрав.